Такое легкое видео на ФБРовской тачке, которую дали. Если, блядь, Тойоту Тундру взял, как машина как машина. О, она сама наяривает. Да, Снежок в этом отношении прикольный. Может, такие вот финты закручивать. По людям ездит. Скажи чиз. Блин, сорян. А я увернулся. Я не забыл. Да, блин. Бля, сижу на перелок. Он про твои эти окуляры говорит? А я сам не понимаю, про что это. Ты про чё, Блэк? Ну-ка, стой сюда, я посмотрю, что там у тебя. Что-то отёт. Чё с ним не так, Блэк? Парашюты разные. Сука. Бить-то за... Чё разное, я не понимаю. Броники разные. Ты скажи, Блэк, что разное?
Ну, смотрю. А, кофта, что ли? Кофта, ёпта, я понял, про что он говорит. Ну да, это специальная кофта. У тебя этот идет, как костюм там. Под а этот у меня другой, броник, я а у него купил, кофта, у него еще видишь на плечах специальные вот эти наклад. Я кофту отдельно купил, штаны отдельно купил, ботинки отдельно купил, видишь, и ботинки другие у тебя. Ебать ты мажор, блядь. То по отдельности покупают еще и хуи, блядь. Вон, Нига даже оделся. А то бегал, как я семейные трусы ставил. Во-во-во. Знаешь, этот Лёха, этот моего брата, блядь, 80-го года рождения, вот такие, блядь, трусы, блядь, хули он бегал. Вот точно той же, блядь, как у тебя. Еще на Олимпиаде таких бегали. А чё тебя на большие тачки-то потянуло? Hello. What can I do for you? Can't handle the heat, my friend. Okay. Leave it with creepy Uncle Lester. Да, убирай машину, а то, блядь, от неё ничего не останется. У нас тут вводи этих.